Siempre eso ha hecho con mi vida. Мод как бы он небольшой, так это не очень большой. Это я пытался зайти на сервер MyPix, но не получилось. Вот включаем этот мир. Ты вмешаешься. Вот такие вещи добавляются. Такие вещи, которые можно начать делать. Смотрите, что я покажу. Стрирую вам, что они могут делать. Смотрите. Вообще прикольно, да? И у тебя жареная курица, вот так можно делать. Хопа. Пожарить. Хопа. Волна такое можно напустить. Такой. Тали у некоторых лошадей. Смотрите, что будет, если ударить. Просто будет гореть. Вот так неинтересно, смотрите, как интересно. Вот так. Все горят на штук. Так, а я уже заблудился, где наши штуки. А вот. Подхожу, вы его испробовали. И кажется, сюда. Дают мне стойки, чтобы не поджариться. Дальше у нас такой вечок. Сейчас посмотрите, что он делает. Вот такое что-то делает. Или полет. Вау! Так можно поливать в оба и вообще прикольно. Это все, что будет, если ударить. Все для чего, для чего. Вот хотели бы вы полетать. Вот так, идете. Можете так быстро делать, чтобы другой полетал. Очень прикольно. Ладно, дальше у нас идет вот такой чувак. Он делает такие дождевые капли. Что же они все-таки делают? Вот это я тоже не знаю. Сейчас испытаю. Ого! Делают отравление. А, прикольный овечек. Делать отравление. Так можно, конечно, воспользоваться. Отравление. Вот травить друга. Будет лава хп и убить его. ПВП. Встреча прикольный. Ну тут все почти ничего идеальные. Кроме того, который подливает наверх. Если стоит сопротивление урону. Это не поможет. Для развлечения поможет.
те урет Таубабах. Рал такой же или еще дают. Вау. И бабах тут произошел. Что же будет, если ударить? Будет вот так. Все. Вообще прикольно, да? А я иду погулять. Наверное, про эту серию будет короткая, потому что вот такой коротенький. Описала лава. Ого. Вообще прикольно, да? Скелет, скелет, иди сюда. Думаешь победить меня? Гори. Блин, хп. Вау. И пилок. Вернись. Вот так же делать трав. Серьезно? О, нет, серия получается не короткая. Еще. Даже этот меч был уже вроде. Какая-то странность происходит. А Лепл там просто взрывает. Хотя если он умрет. Вот еще раз. Потерялся лава. Вот так. Серега была короткая. Дальше у нас этот меч. Ну и этот меч. Тоже так же делает. Странно вообще. Вау, далековато же идет. А это что делать такое? Вау! Еще апокалипсис, да, окажите. А так что это очень меч, скажу. Что? Охренеть.
Я заряженным крипером сделал. Этим ночью можно повеселиться. Апокалипсический меч, скажу. Вот чтобы вам не было так скучно, я с ним буду 11-11. Повеселимся с этим мечом. Ну чё? Ну что же, с вами был Дима, всем и суперский меч заодно. Ну ладно.